Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW X5. Итак, правый бок. Заднее крыло ремонтирую, двери меняю, крылья тоже меняем. Капот целый. Левый бок. Крыло переднее меняю, двери меняем, заднее крыло ремонтирую. Снял двери и увидел, что нижние петли дверей вмяты. Три. Правая, задняя больше всего. Передние немного поменьше. Ну а левая задняя стойка и петли дверей стоят на месте. От них и буду мерить. Ну что, сначала вытягиваю правую заднюю нижнюю петлю двери. Правую петлю вытянул, остальные позже, когда сделаю крылья. Начинаю с левого крыла. Сначала вытягиваю, делаю контур, ну а затем, используя споттер, выравниваю.
Итак, левое заднее крыло я закончил. Теперь прикручиваю двери и затем приступаю к ремонту правого заднего крыла. На этом крыле я буду кусок менять, но для этого я сначала все вытяну и подровняю. Итак, заканчиваю крыло, и теперь я могу вырезать и вварить вот этот донорский кусок. Кусок гнутого металла удалил. Теперь выравниваю внутреннюю арку. Затем примеряю донорский кусок, подрезаю по стыкам и вариваю. We'll be right back.
Это крыло я тоже закончил. И теперь устанавливаю двери, бампер, фонарь, в общем, все задние части. Заднюю часть машины я собрал, и теперь мне осталось скрутить весь перед. Итак, работа с металлом закончена. Отдаю машину на покраску. Маляры покрасили машину, мне осталось ее только собрать. На этом ремонт этой машины закончен. На весь ремонт ушло 10 рабочих дней. 5 дней работа с металлом и 5 дней покраска. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!